Что так медленно? В следующем году вместо вас роботов поставим. Ставить? Ты будешь с ними работать? Да. Добро. Почему опять собаку нарисовали? Второй год подряд овчарка. Есть кот. Ну, коты тоже надоели. Одни коты. Коты-собаки. Коты-собаки. У меня одна к вам просьба. Не могли бы вы говорить немного больше по-русски? Ну что говорить? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Я тоже не понимаю. Пожалуйста, побольше примеров, живых таких, чтобы люди завелись, прочувствовали, поняли. Хорошо? Спасибо, добро. Не холодная вода? Хорошо, нормально. На вас можно положиться, добро. Можно вас попросить кролика за уши не доставать? Ну, а за что его доставать-то? Я не знаю, ну, под лапки. Надо репетировать. Добро. Пойдемте? Пойдемте.